Итак, друзья, приступаем ко второму видеоуроку. И сейчас мы научились, то есть что мы сделали? Мы нашли человека, который мы выбрали как бы офер, да, а может быть даже не один. Мы зарегистрировали почту, сделали автоответчик с сайтом вот этого интернет, ну, вот этого вот сайта, да. Сделали автоответчик на него, и теперь мы будем размещать объявления на Авито. С помощью этого мы будем зарабатывать 3000 рублей в день. Чтобы зарабатывать 3000 рублей в день, вот сами посчитайте, допустим, если 500 рублей, да, подтвержденная заявка. Чтобы 3000 рублей заработать, нам необходимо сделать сколько? 6 заявок за один день получается. Тут как бы, если вы будете делать по 10 заявок в день, вы будете по 5000 рублей в день зарабатывать. Чтобы зарабатывать 3000 в день, нужно всего лишь 5-6 заявок, что очень мало и вполне возможно. Итак, приступаем. Естественно, нам необходимо зарегистрироваться на Авито. Не рекомендую использовать свои аккаунты. Вы можете зарегистрировать несколько аккаунтов, либо купить, которые, ну, они стоят очень дешево. Просто заходите в Яндекс, набираете продажи аккаунтов Авито, и вам выдаст довольно кучу сайтов, где можно приобрести аккаунты Авито по очень низким ценам. То есть буквально там за 100 рублей вы можете купить, допустим, там. Вы можете купить там 10 аккаунтов, да, и работать с них по, как бы, ну, на каждый город. Вот они, эти сайты. Ничего сложного. Нажимаете, допустим, вот купить вашу почту, указываете почту, подтверждаете, выбираете способ оплаты, оплачиваете, и все, и как бы аккаунты вам придут в течение 5 минут, то есть все очень быстро. Здесь, ну, пока их нету, да, как вы видите, аккаунтов очень много, всяких магазинов с аккаунтами, поэтому как купить, в принципе, все одно и то же, только что я вам показал, да. Нажимаете там на где-то что-то непонятно. Вот, допустим, тоже аккаунт Авито. Я вам скину ссылки, конечно же. Вот здесь есть, как вы видите, 54, там 3000 аккаунтов есть. То есть вот 7 рублей, 8 рублей стоит. Нажимаете купить, выбираете способ оплаты, вводите почту, сколько штук надо. И нажимаете перейти к оплате. Далее вам переходят аккаунты. Читайте внимательно, пожалуйста, как бы новости магазинов, да, они пополняются очень, как бы, ежедневно, товар разбирают быстро, поэтому заходите как можно чаще. Если вот, допустим, аккаунт оказался заблокирован, то отпишитесь, и мы его заменим. Вот. Таким образом покупаете несколько аккаунтов на Авито. Что нам дальше необходимо? Нам необходимо, естественно, само Авито, то есть вам дастся логин, пароль, заходите, и мы будем, вот, допустим, на примере рассмотрим вот этого же портмоне, да, мужской клатч. Вводим, нажимаем кнопку «Найти». Так как ссылки нельзя проставлять на Авито, то есть такие объявления блокируются, мы будем работать через почту. То есть мы подаем объявление, и в объявлении пишем вот прям здесь, вот, допустим, будет объявление такое: закажи солидный клатч там прямо сейчас. Это реклама. Вот мужской клатч будет выглядеть у вас таким образом. Картинки берете из Яндекса, то есть также вводите. И берете, допустим, вот тоже описание, все это дело описываете. И здесь пишете перед текстом пишите, что
Хотите заказать, пишите на почту, то есть отклик по почте. То есть, видите, вот здесь есть кнопочка «Написать сообщение». Соответственно, вы будете, соответственно, человек напишет на почту, что он хочет купить клатч, а к нему придет автоответчик с ссылкой на сайт интернет-магазина, где он нажмет на кнопку «Заказать» и перейдет и купит. Чтобы эффективно работать, я рекомендую по всем городам России размещать, по самым крупным, это, допустим, вот там Омск, да, Тюмень, в европейской части это, допустим, Москва, Санкт-Петербург, там Ростов-на-Дону, Краснодар, там Волгоград, Казань, как бы вот размещайте во всех, вот, допустим, есть у вас 10 аккаунтов, размещайте объявления во всех крупных городах. Также рекомендую менять картинки постоянно и менять заголовки объявлений, потому что может произойти бан. Соответственно, люди будут переходить и заказывать, будут писать к вам на почту, а автоматически уже будет приходить ссылка на то, на сайт, с которого человек будет заказывать и вам будут платить деньги. Это было таким образом. Вот у меня в данный момент 100 аккаунтов работает, и каждый приносит мне большие деньги, то есть в пределах 10 тысяч рублей в день. Все это делается пока, у меня уже все в автоматическом режиме. Смотрите следующее видео, где я расскажу про автоматизацию, если вам интересно, где вы уже можете, допустим, приобрести версию, и я вам расскажу, как все это дело автоматизировать, как поставить все на поток, то есть как все, как делать так, чтобы вы ничего не делали, а просто как бы наблюдали за всем процессом, а может быть даже вообще не наблюдали. Итак, друзья, вот таким вот способом зарабатываются деньги, то есть создается почта, создается автоответчик, заходите на форум, находите людей, тут их очень много, те, кто вот размещает всякие офферы, вы можете взять и размещать в каждом городе, то есть вам понадобится порядка там для начала, чтобы 3000 в день зарабатывать, вам понадобится хотя бы там 10 аккаунтов. Размещайте вручную, это буквально занимает, как вы понимаете, пару часов, то есть вам не нужно там какие-то технические там знания, да, то есть вы взяли, купили или зарегистрировали 10 аккаунтов Авито, разместили их, и все, как бы на этом как бы работа закончена. Соответственно, если вы хотите, чтобы все происходило на автомате, то смотрите следующее.